19 североказахстанцев пополнили ряды партии «Нур Отан». Билеты им вручили в преддверии Дня Конституции страны. Наша съемочная группа побывала на торжественном собрании и пообщалась с молодыми партийцами. Медики, учителя, работники почты, таксисты. Этот день важный и ответственный для 19 североказахстанцев. Все они активно трудятся в разных сферах. Сегодня, в преддверии Дня Конституции, их принимают в ряды партии «Нур Отан». Этого момента Дархан Жумангалеев ждал несколько месяцев. Подал заявку, собрал все документы и рекомендации. И вот ему вручили партийный билет. Дархан считает, нуротановцы должны быть лидерами и патриотами. Обязательно инициативными и целеустремленными. Задачи перед собой молодой предприниматель, а ему 24, ставит серьезные. Я активно принимаю участие в областных, республиканских мероприятиях города, в общественной деятельности. И мне это нравится. Неплохой жизненный опыт, и я думаю, это будет полезно каждому быть лидером в своей сфере. Тех, кто преуспевает в своем деле и участвует в партийной жизни, сегодня награждают. Благодарственные письма получают 5 активистов. Среди них директор областного филиала ассоциации «Годзюрю Карате До» Евгений Максимов. В рядах «Нур Отана» он 11 лет. Его занятия посещают больше 250 юных североказахстанцев. Наши воспитанники являются чемпионами-призерами республиканских турниров и международных турниров. Мы за здоровый образ жизни, за нашу политику Казахстана. Спасибо большое за оказанное доверие перед партией «Нур Отан». В дальнейшем мы постараемся тоже его оправдать. В областной партийной организации насчитывается свыше 46,5 тысяч человек. Почти 27% – это работники сферы образования, науки и культуры. А вот бизнесменов в рядах «Нур Отана» не так много. И над этим здесь сегодня активно работают. Александра Салмина, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.